Вот он, а прикормочка. Привет, друзья! Вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Прекрасный весенний день. Я приехала на рыбалку для того, чтобы что сделать? Для того, чтобы открыть сезон ловли на поплавок. Ловить я собираюсь на простой поплавок. Глубина ловли где-то 3 метра. Это небольшая речушка с совсем-совсем спокойным течением. Ну и наживлю я пока одного опарыша и 2 мотыля. А потом уже приступлю к тому, что буду готовить корм. Вон где-то там поплавочек. Сейчас будем делать корм. Мешаю между собой 2 состава. Это линь, карась, марципан и лещ, черный, холодная вода. Прикормку на поплавок можно не бояться переувлажнить. Все равно у нас она будет лепиться в один единый комок и забрасываться на точку ловли. Я села специально в такое место, где можно будет замахнуться удочкой для заброса. Ну и для того, чтобы не перекидывать на противоположную линию, я просто взяла и заклипсовала леску. Сейчас пока проверяю на мотыля с опарышем. Сейчас посмотрим, что-нибудь описало или нет. Нет, никакой реакции. У меня сегодня из наживки опарыш белый, опарыш красный, мотыль и кукуруза. Все. Ну, сейчас попробуем. Кукурузу. Вот так. Вот у меня красный опарыш. Заезжала на рынок с самого утра. Почему? Потому что именно на рынке все точки по продаже наживки открываются раньше всего в городе. Поэтому поехала туда. Белый опарыш в мотель Бай и кукуруза. Там вот дальше камыш. И вот здесь вот, вот там дальше постоянно рыбка выплескивается. Ну а здесь выходят на поверхность пузырьки. Ну и я предлагаю вам хлопнуть кофейку с самого утра. И мне уже пора делать 2-е увлажнение, ребят. Корм я просто так забрасывать тоже не буду. У меня есть кормовой мотыль. Размешаю его по корму. Чуть-чуть кукурузки. И я ее вот так вот подавлю. Шарики корма. Хочу взять вот такой вот маленький комочек и подбросить его вот сюда куда-нибудь. Для того, чтобы посмотреть, о, видите, как он будет распадаться. Смотрите, как прикольно. У меня есть 18 номер крючок. Ну, здесь, я думаю, мне пойдет 0,9 поводок. Листики уже потихонечку начинают появляться, а еще начинают появляться гнус и комары. И вот сейчас сижу и жужжит реально. Новый поводочек. Раз. Два. Становится, ребят, все теплее и теплее. Я надеюсь, что чуть-чуть попозже вода еще больше прогреется и рыбка станет поактивнее. Есть. Опа! Первая плотва весенняя.
Вот такая вот, ребят, плотвичка. Позарилась на кукурузку. Давайте я сниму. О, красотуля моя. Кукурузка. Походу взяла, она совсем не со дна, но рядом с кормовым пятном, но не на самом кормовом пятне. Боится, боится, значит, подходить. И здесь вот вижу, что... там поплавок поплыл. Я бы не упустила ту рыбку, если бы не была тычка, за которую зацепилась моя леска. Поэтому я поменяла на свою вот такую вот тычку и убрала то дерево, чтобы не цеплялось ничего. Сейчас пока маховое удилище взяла. Чтобы собрать удочку, понадобятся вот такие грузики скользящие, потому что ловлю я на скользящие поплавки. Лебедь, нифига себе, вон выплывает какой. Тот поплавок, ребят, кстати, который у меня сейчас стоял, его практически не было видно, потому что у него вот этот вот кончик, он может быть и хороший тем, что он на батарейках, но его на свете, на бликах не было видно. Любой поплавок, я считаю, он должен быть красной пипкой вот такой вот наверху. Потребуется с топора. Кого они тут ловят? Я все смотрю все. Нормальную рыбу, не то, что я тут приехала. Мне сейчас надо поплавок мой заключить в эти вот стопорочки. Решила я все-таки вот такой вот однограммовый поплавочек акаровский взять. Ну, весна, поэтому должно быть все полегче. Сейчас проверим, чтобы он через стопор не проходил. Супер, не проходит. Груза даю сюда. И стопор йен. Делаю узелок. Вот этой вот петельки у меня потом будет фиксироваться поводок. Самое тяжелое это не завязать. Самое тяжелое это огрузить. О, даже вон покрупнее какая-то. Уплывает. Так, малышка вот такая вот на мотыля. Ну, там, где малышки, там плавают и не малышки, наверное. Будем проверять сейчас. Там у оператора убежал поплавок, поэтому я сместилась на новое место. Буду сейчас пробовать здесь сделать то же самое. Этот участок решила сильно не закармливать. Прикормила чуть-чуть, буквально бросила прикормки вместе с мотылем и кукурузой. Такой типа пару жменек и все. Место тоже прикольное. Довольно-таки много. Можно здесь разместиться даже вдвоем на поплавок. Но было очень грязно. Перед тем, как сесть сюда, пришлось тоже убирать. Пипец. Вся рыба где? Ты посмотрел? Ну, ребятки. Меленькая, видите, какая? Оп! Мелочевочка е. Хо, покрупнее, глядите. А? Нормас. Один красный опарыш и пучок мотыля. Уже две поклевки, две рыбки на новом месте. На опарыша с мотыликом. Ну, не крупная, но все равно. Ребятки, еще одна. Опа, 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 опа. Опа, опа, красота. Гляньте, какая. Ой, красота, ребят. Смотрите, какая красота. На поплавандрас. Я уже просто забыла, что такое
ловить на поплавок, понимаете? Вот я жду, ребят. Чуть-чуть. Она не клюет, допустим. Я беру и подтягиваю. Все, останавливаю. Жду поклевку. Ого, ребята, нормальная. Рыбулька какая-то идет. Ого, ребятки. Обалдеть, ребята. Обалдеть. Смотрите, какая. Смотрите, какая. Глядите. Вот такая вот с утра, наверное, сошла. И самое интересное, что она даже щука, видите, пораненная. Обалдеть. Прошло время после закорма, и рыба взяла левее точки закорма, ребят. Блин, ну это было круто. Прям приятно, ребятки. Такая вот красота сошла на предыдущем месте. И вот после того, как она сошла, здесь больше никого и не было. Самое интересное, что она ударенная хищником. Это значит, что здесь еще в придачу, помимо того, что она тусуется, еще тусуется и хищник. И это очень плохо, потому что он пугает рыбу, которая может у нас потенциально клевать. И снова поклевочка. Моя еда на сегодня — это вот такая вот курочка с овощами, яичко, редисочка и огурчик, ребятки. И еще одна, ребят. Сейчас прям заодно считайте. Сначала одна, потом вторая. Как только перекусывать стало, сразу рыбка. Клюнула. Смотрите, у меня даже редисочка есть. Судя по всему, клевать начинает именно вечером, потому что именно сейчас начали сюда подтягиваться люди. Причем они знают, куда они едут. Посмотрим, может, что-то расклюется. Сейчас клюнул окунек. Ждем еще поклевочку. Интересно. Ребят, на 3 опарыша. Вот речка. На 3. Ребят, а это моя клеечка.
клюет. Не со дна. А рыбе нравится, когда наживка немного находится надо мной. И нравится свежая наживка. Если вам интересно, то почти все поклевки произошли на бутерброд «Красный опарыш» с двумя мотылями. И сзади вот там идет такая вот злая какая-то туча. Она вроде не такая темная, но звуки от нее, конечно, как непонятно от чего. Слышите? Это будет первая гроза этого сезона. И вот, ребятки, очередная рыбка. Вот такая вот. Красноперка или плотвичка? Есть еще одна, ребят. Совсем вот не крупная, но все равно на поплавок. Перед грозой. На поплавок. Да-да, бассейн баху. Вот тут я дал. Ребят, ну вот сейчас кроху закормила, да? И вот эта вот мелочевка, она одна за одной. Сегодня я целенаправленно половила на поплавок на небольшой речушке с небольшим течением и с глубиной где-то приблизительно до 2,5-3 метров. Рыбка гуляет, рыбка уже постепенно начинает кушать. У меня клевала мелкая плотвичка, попалась одна хорошая. Окуньки у меня постоянно клевала, мне постоянно приходилось что-то менять, но рыбка была. Сейчас я вам покажу некоторую часть улова. Самая большая плоточка, такая прекрасная плотва, которая к тому же была кем-то покусана, я думаю, здешним хищником. Конечно, мы ее отпускаем. Она поплыла, веселушка. Ну и в основном это была не крупная плотва, не крупная красноперка, большую часть которой я отпустила. Ну и вот таких вот маленьких я решила показать пару штучек вам. Если вам нравятся такие видео, если вам нравится рыбалка в любую погоду, в любой сезон года, на любые снасти, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.